13 июля 2017 год. Общее собрание дома по улице Бакинская, 30, по повестке дня избрание совета МКД. Какие предложения, товарищи? Проговаривайте. Кого вы предлагаете председателем совета МКД? Шлычков. Владимир Шлычков. Это старший по дому, председатель совета МКД. Старший по первому подъезду? Ну ладно, уговорил. Горбунов Борис Иванович. Все. Размер сапог 27,5. Принято. Старший по третьему подъезду? Второму. По второму. Ну что ж такое? Все принято. Значит, товарищи, кто за это предложение, прошу голосовать. Поднимайте руки. Внимание, руки держим. Все? Валентина, вы за? Решение принято. Спасибо вам огромное за активность. А по программе «Комфортная городская среда» Евгений Владимирович Цыбанов вам рассказал. Значит, я дополню немного, чтобы нам тоже зафиксировать это собрание, потому что вы участвуете в этой городской среде. А детскую площадку Бакинская 30А уже будут устанавливать. Вам нужна только внутриквартальная дорога. Значит, в будущем свали. По этой программе вы когда-нибудь ходили по тротуару от площади до этой пятиэтажки? Возле подъезда. Не по подъезду, по улице. С той стороны. Я ходил, через дорогу, там вообще нет этого тротуара. Видели. Невозможно пройти, крыша капает, снег вброд. Он заложен-то не был. Ну, коли там сделали остановку, то не никогда не было тротуара. Ну, опять здесь комфортная среда идет внутри квартальной дороги. Одно. Но это будем разбираться по поводу тротуаров. У нас около 7. Если бы ограничить движение грузового транспорта по вот этой дороге, здесь больница. Нет, по это центральная, по Бакинской, нет, да. Не получится. Ну как? Нереально, не закроют. Одностороннее движение. Одностороннее движение. Да. Этот бетономеситель может проехать туда же. Я думаю, что это нереально. Смотрите, вот смотрите. Сейчас проехал, вот там этот колодец. Ну и что? И подходит, прям под окном приезжает. Там дышать нечем вообще. Ну, во-первых, мы его сейчас... Вы же подъемы с этого дома, вот он, допустим, 22 часов до 8 часов. Ну, во-первых, для этого, если он встает около... Да я не про это говорю, я вот про грузовой транспорт, который говорит. Это навозы ездят. Ну, здесь, ребята, я так думаю, что мы не решим эту задачу. Дом трясется, реально, от этих бетономешалок. Дом трясется, а вечером вообще вибрация сильнейшая. У тебя есть? Нет, есть, нельзя им тут ездить. У меня там уж работать. Ну, вот нужно. Нельзя работать, ездить, чтобы быстрее. Пусть проследят гаишники. Станут еще до дом трясется, у нас дом скоро обрушится. А бетономешалки ездят, эти бензовозы. Вечером прям вот движение вот так. Я сегодня задам вопрос в Твиттере ГАИ, ну, ГИБДД. Да. И ответ какой получу. Там просто знак так стоит, что машина сначала поворачивает, она как бы уже повернула и едет, и ему деваться некуда. И этот знак надо поставить заранее, предупредить водителя. Сказать, табачный киоск. Я тоже подавала заявку, но так никто не реагировал, чтобы его тут не было. Машина останавливается, и вся пыль идет в дом. Это уже я давно говорила. Сказали, что нельзя. Вот именно, куда ему. Во-первых, мы уже горели, и табачник сидел. А он там, не знаю, легально, не знаю, нелегально. Лежит в администрации, просьба со школы положить лежать в полицейский. Никто ничего не делает. Во-первых, тут это школа, да. Рядом стоит, собачки ходят все. Больницы, школы. Нельзя. И курите, да. Дети. Вот дальше касаемся нашего дома. Вот здесь вот, видите яму. Вот. Сплошная лужа. Сейчас дождь пройдет. Выходим с подъезда в лужу. В подъезд заходим. Если Бакинская 32 то... и Бакинская 30, нужно завести крошку. Да, крошку и залепить. Угу. Потом видели, как машины проезжают? Видел, да. Едут, почему-то их пугает, естественно, этот люк. Как угу. Всегда, особенно много блондинок за рулем. И они сворачивают, открываешь дверь, он на тебя едет. Значит, по вашим двери, вот по вашему дому, угу. Желательно, конечно, блок где-нибудь найти и поставить его вот ну, так. Ну, где его взять, его руками не донесем. Ну, вот только... руками донесем, у нас вот здесь вазон поставить. Хорошо, да? Было бы, да. Потом твои газоны.
Какие вот разговариваем. Никаких газонов. Мне там заезжают в дом. Вазон. Вазон. То есть гайки большие. Да. Одних цветов. Кто этим займется, когда... Стоп. Вот решай. Нет. Твое дело заехать. Вот, тогда тоже поставь под мои окна. Свои машины не ставь, газоны будут. Да это не под твои окна. У тебя вон где окно. Какая разница? Смотрите, вот давай поставим вопросы. Они почему вы думаете, если я на втором этаже, мне не слышно, мне не воняет? Да. Воняет. Значит, то же самое. Пошли вот эти вот, будем говорить, конструктивные предложения, желания, которые вы совершенно справедливо можете включать. И тротуар по Бакинской, и вот этот угол тройки, чтобы организовать правильный проезд, и парковка под окнами была. И нашу площадку не надо дорабатывать. Да, ее не надо дорабатывать. Я с удовольствием слышу, что здесь. Ну вот и здесь и будет детская площадка. В этом году. Не, вот это все уберется, это все уберет. Вам, вот что вы запишете в эту программу, и за ее подписи будет подан, то и будет выполняться. Да. Вы сейчас его не просите, у него средств нет. Я вообще не просил, я не знаю, к кому обращаться. Я каждый раз выхожу, говорю, пожалуйста, уберите машину, дышать в доме нечем. Они развернутся, дай под это окно.